Итак, ну что ж, привет, пацанючек, привет, Пашенди, привет, Васенди, Васек, Пашок, и ты, Димыч Андреевич, если вообще смотришь это видео, как говорится. Ну что ж, с вами я, Кирилл, и по, как говорится, ой, не то сказал, как я недавно обещал Ваську, что я пройду Mortal Kombat, как он мне не верил, то что я хорошо играю на Мастер 2, и я решил ему это доказать, не только ему, но и по Шендю, что я могу пройти на Мастер 2 Mortal Kombat 4 на окончательный, ну или на гипер, как у вас в версии. У меня русская версия с русской озвучкой, довольно дебильная озвучка, но вы сейчас все увидите. Играть я буду за Джонни Кейджа, которого вы просто ненавидите, за которого вы играть не умеете, говорит, что он дебил. Просто играть надо уметь за него. А так он, в принципе, нормальный игрок. Я вам все покажу, вот стоят у меня опции, вот стоит сложность окончательная, то есть гипер по вашей версии, вот лишь просто, легко, средне, трудно, очень тяжело и окончательно. Рандом 2 выбрано, продолжение 9, все как нужно. Музыка 100, эффекты 100. И давайте музыку лучше убавим, потому что мало ли она будет заглушать мои комментарии. Что же, запишу я для вас, ну и начинаем, собственно говоря, чтобы не терять времени. Чтобы мне меньше обрабатывать. Ну что же, начнем. Буду стараться комментировать, но не знаю, как получится. Так, выбери бойца. Грань Джонни Кейджа. И начинаем. Мастер 2. Лох, салага, воин, мастер и мастер... Ой, элита. Ну, мастер 2, элита одна и то же. Выбираем самый первый столбец. Как и богом задумано, так сказать. Ну и начинаем. Начинаем наше... битву. Ну что же, посмотрим. Первый раунд. Если я буду полную херню не снимать, не обращай внимания. Да. Смотрим. Я могу за Ики драться. Так. Ну давай, бей. Победил. Слушай комментарий, мальчик. Второй раунд. Идиот, попался, боже. Ага. Ах ты. Ах ты, гад. Дебильная озвучка. Ну ладно, идем дальше. Ну что же, Пашенди, если я буду затыкаться на гору, то не обращай внимания. Потому что тот он реально серьезный враг. Ну и я не знаю. Хотел уже. Я ж блок поставил. Правда, бьем. Соня победила. А-а-а, бывает. Ну ладно. Ладно, дальше играю. Играть я не умею. D6. Что так делаем? Кейдж победил. Слушайте, дебильную озвучку, конечно. О нет, только не Люкен, то есть Огурцов, наш дед Огурцов, мальчик. Это будет очень серьезная битва. Честно, Люкен я ненавижу. Если я буду проигрывать, не обращай внимания, делать как ты. Мне не нравится, если честно. Задолбал. Блин! Победил.
Почти оставалось, но не. Второй раунд. Ой, что-то не забякал, как ты сделаешь. Это я должен сделать. Как он узнал? Джонни Кейдж победил. Заикин, блин. Ой, извини, Дима Чернович, Дима Чернович, если сможешь это видео, ты меня извини, я твою фамилию сказал и не хотел. Блин, захватывающий хренов. Как он умеет захватывать. Как он узнал, что его... До захвата. Победил. Ну, бывает. У меня еще 9 попыток, так что все норм. Но я постараюсь пройти за ближайшее количество времени, но с горы я этого не гарантирую. Ну что же, еще одна попыточка. Джонни Кейджем и переходим к Шинаку, сука. Задолбал захватывать. Раз. Ты чё, охренел? Задолбал да захватывать, давай. Понятно. Читак. Второй раунд. Панч. Я блок поставил. Господи. Сука, не отпрыгивай. Как заикин получить. Ты что за дебил? Ты читаков понаделал. Это как? Это как вообще, я не понял. Пошел ты. Ты же как ты не знал, что я это сделаю? Комбо хрена. Ты это охренел? Это было смешно. У него оставалась капелька жизни, ну ладно, короче. Ненамного я отдалился от Димыча Андреевича в его прохождении, но тем не менее, мальчик. Блин, этот Лютинг меня бесит. Первый раунд. Ну ничего, блин. Сука, не ставь блок. Ой, захватывает, он так и умеет. Ой, что не сделаешь. Так, я попасть не могу. Ну ладно. Попляшешь ты еще у меня. Второй раунд. Ладно, сейчас скажи, перепопаю. Какого я себе поставил блок? Только так, больше никак. Если вы думаете, что вы сможете разнообразными приемами победить на Мастер 2 на окончательной сложности врагов, вы ошибаетесь. Это мой метод. Думаете, что он самый дебильный метод, самый очевидный, но только с помощью него мы сможем победить. Ну и с помощью, если, конечно, он не будет отпрыгивать. Только так. Но теперь можно сделать вот так. Шинака победил. Вот и все. Вот вся тактика. Очень очевидная, хорошая тактика. Теперь идет Рико, который лицом что-то смахивает на Васька.
Но это не обидно, это вот комплимент для Васенди. Так что все норм. Да, блин, дебил. Это я должен был его заплатнуть. Компы дебилы. Они все время захватывают. Они, им вообще нельзя доверять игру. Буду действовать по буду играть по основному действию. Что-то бить мне на расстоянии? Ошибай. Шинака победил! Ну вот с гору этот трюк уже не прокатит. С гору трюк по основному действию уже не прокатит. Я буду захватывать. Что ж за... Сюрикен, что не сюрикен, что ли, бесконечно? Что он на тебя пускает? Все. Попался. Дрынь тупой. Да, шучу. Дальше идет Кай. Ну, что с него сказать? Дебил. Если я проиграю, я опять же за Джонни Кейджа. О, начинается. А, дебильная озвучка. Ладно, у меня еще попытки есть, все нормально, поэтому играем дальше. Два раза за Шинака, два раза за Джонни Кейджа и, собственно говоря, идем дальше. Потому что стоять мы на месте не будем. Что ж он захватывает? Долбал, блин. Ты что, так умеешь захватывать? Да что ж я без обид? Мы сейчас без обид. Да иди отсюда. Сволочь, как же мне это бесит. Когда я убью, я сейчас отходу. Вот ты умеешь, отходу. Шинака победил. Тебя как дебилов мочить. Или как говорит Димыч Андреевич. Говорил бы Димыч Андреевич. Изменяла мужу. Вы же будешь изменять мужа, будешь изменять своей жене. Пошел ты. Делаем просто вот так. Шинака победил. Вот так надо таких дрынов мочить, как этот дебил. О, блин, самый мой нелюбимый игрок, без обид по Шенди. Самый отстойный игрок в моем мире во всем Mortal Kombat. Я его терпеть не могу. Ты же играть не умеешь. Что ж такое? Шинака победил. Шинака самый мощный. Хорошо, что в этой трассе нет Фуджина и Джакса. Oh.
дебильную ехидную. Ну что, день, обращай внимание, здесь, конечно, несу полную херню. Да ты парень задавал, захватывай. Все. Шинака победил. Остался Альберт Вескер. Ой, Альберт Вескер, Джонни Кейдж. И потом идет у нас Кинт. Ой, Кинт. Двор у нас идет. Да, вот если честно, думаю, вы правы, даже Никея действительно плохо дерется, имею в виду в плане компа, когда за него играет комп, но когда за него играет кто-то из реально, то ей можно хорошо научиться играть. Вот и все, собственно говоря, начинается самое хард. Если я буду психовать, не обращайте внимания, пацанечек в Асенди. Так что, слушайте, смотрите и ржите, как я буду рачиться. Только сильно, только не ржите, ладно? Сука, ты еще и косой добавил, да? Иди отсюда. Вот ты гад, реально гад, серьезно, серьезно, ребята, гад. Ничего, у меня еще Джонни Кейдж в запасе есть. Понял. Мы тебя сделаем. Гони бабки. Где мои бабки? Ты брал мои бабки. Брал мои бабки, чё? И он топчет мне это бесит. Это самые его любимые трюки. У меня есть очень хорошая тактика прохождения Горро за Джонни Кейдж. Собственно говоря, с другими игроками я бы тоже его победил, но пришлось бы очень сильно много его проходить. Возможно, попыток даже бы не хватило. А так хватает. Так что попробую. Ну, конечно, если начинается этой херни, то вряд ли. Горро очень тяжело уклоняться от удара Джонни Кейджа, поэтому у нас есть преимущество. Сложно, вау. Вот такой вот. Вот такая вот тактика. Такая прикольненькая тактика. Ну, я не знаю, понравится вам, не понравится вам. Конечно, если он не будет топтать. Все время прыгать и потом смотреть. Видишь, ему тяжело уклониться. Смотри. Видишь? Просто тяжело, реально. Он гад, он крыса. Смотрите, какой он крыса. Видишь, что проигрывает, начинает с херню делать. Ты какая же ты крыса, реально, ты крыса, серьезно. Вообще будет промеха крыса. Что это было? Чувствуешь, что проигрываешь, да, тварь? Чувствуешь? Знаешь, что херню делать. Видите?
проиграл, я из-за него проиграл. Какая сволочь. Вот игрок, который... Вот человек, который создавал горы, именно тот человек. Наверное, и сам по жизни, например, такого. Я его вообще должен был победить. Ведь чисто случайно он начал вот это вот напрыгивать. Ладно, сейчас, короче, я психую. Вообще, внимание, мальчик. Вот так тебе. Вот тебе, давай. Ой. Напрыгивать я тоже могу. Вот, бросай, давай. Что ж такое? Плохо листай. Ой, не отпрыгивай. Ой, попал один раз, радость какая-то. Вот это было, вот это бред сейчас был. А как он перехватил мой удар? У него же ультра, мега хороший удар. Вот гад, а. Вот он гад. О, поддается. Да вот это было реально. Начинается. Ультра повезло, что я его отбил. Он мог мне легко вообще победить. Чисто везение. Опять начинается, блин. Начинается. Вот тебе, сука, факт я покажу, соси, понял? Все. Победили злодея, собственно говоря. Переходим к последнему долбику. Долбоклюю, короче. И все, начинаем его проходить. Сейчас будем его дрючить. Сейчас дрючить его будем. Сейчас будем его драть. Я его дерну. Эй, слышь? Сука. Что ты упал? Монстр, блин. Шинака победил. Пипец, блин. Монстр. Отомстил за своего, блин. Друга жирного, блин. Второй раунд. Ничего, будет на нашу улицу брать. Ой, что-то мы собякалка, блин, сделали. Да кто это охренел? Вот как надо. Вот надо играть. Джонни Кейдж показал, что он главный герой города. Поняли, Нью-Йорка. И резко прям, вот так резко прям берем. Блин. Чуть-чуть, вот чуть-чуть отвлечься, и все, и он начинает добивать просто с палки. Начинается. И пошли одни захваты пошли. Ну молодец, просто молодец. Что еще могу сказать? Рано радуешься. Выкуси, понял? Выкуси, блин. Так, дальше у нас идет Шинак. Вот Шинака мы его, как говорится, добьем. Добьем, как говорится, гниду. Извиняюсь за такую пошлость в славе. Так что... Быстро блок ставим. Да я не пойму, куда он ходит. Видите, он постоянно атакует. Что ж такое? Да прыгай ты уже быстрее. Я не пойму, куда... Ну, собственно, так, в принципе, и надо его мочить, больше никак.
Если вы хотите, пока, если вы хотите, захотите выпендриться, показать, что вы ультра хорошо играете на Мастер 2, то это у вас не выйдет. Задолбал, да я должен убить. Видите, он постоянно атакует. Постоянно. Вот если блока бы не было, он бы все, он его никак бы уже не победил. Что такое? Ты задолбал! Да, все. Все, победили гада. Гадриэля, гада. Все, торжествуем победу. Все, все мне отсосали, просто все, понимаешь? Прямо на ура просто так. Видь, вот это проходит, собственно говоря, мастер. Миллионы лет я старал нынешнюю реальность. Теперь мир стал другим. Он стал жестоким. И вы заплатите за страдания, которые мне причинили. Ладно, хватит слов. Сейчас вы увидите кровавый матч. Это будет конец Рейдена. Слишком поздно, Рейден. Я победил. Теперь-то я займу свое место по праву. В этой реальности. Я чувствую, что способен обуздать эту мощь. Бог грома. Ну, собственно, это он имел в виду, как бы, ну, под одним врагом он подразумевал всю кучу, которая с ним была, ну, взял в плен только первого Рейдена. Ну да, собственно, как я уже и повторюсь еще раз, все отсосали просто, просто-напросто. Реально, вот такая тактика прохождения игры на Мастер 2. Вы можете посчитать ее дебильной, можете посчитать ее очень однообразной, можете посчитать ее такой вот более примитивной, но тем не менее больше вы никак не пройдете. Потому что, используя разные приемы, как бы ты говоришь, Васек, бей ногами, всеми вот этими. Я стараюсь, но все, это ничего не выходит. Вот так вы и деретесь, поэтому у вас ничего не выходит. Вот такая, собственно говоря, тактика. С Инаком все более сложнее, да, с Гором немножко другая тактика. С Гором нужно хотя бы игроком любым уметь делать хоть минимум один прием такой хороший, там, любым игроком, потому что без приемов вы вряд ли так пройдете. Не, реально, но это не знаю, это уж, если он крысить не будет. Потом бывает он крысит, а бывает, что он постоянно, как Гаила, вот так вот делает руками, и бывает он поддается, конечно, бывает и такое, но, тем не менее, нужно быть готовым к поединку, потом к поражению быть. Собственно говоря, я был готов, и эту запись я вам, собственно говоря, покажу, и вы, если ее уже видите, это доказательство того, что я прошел на Мастер 2, Mortal Kombat 4, гиперсложность. Так что, Васенди, вот, держи, вот, собственно говоря, доказательство, это не фейк, вот, я джойстик держу, я играл, ты должен мне поверить, вот мое лицо, мой голос, никто за меня это не проходит. Так что, ну, извиняюсь, если я психовал в течение игры, если я нес какую-то полную херню, когда проигрывал, но, тем не менее, я прошел этих долбоклюев, этих всех дрынов, всех этих, ну, и тем не менее, Васенди, все, я тебе доказал. Досматриваем титры, да, титры немножко дебильные, да, но это такая версия, поэтому так вот выглядит, так немножко, как будто какая-то сеха, как будто, ну, Башенди знает. Собственно говоря, все. Все, прошли мы. Прошли мы, да, эту сложную довольно игру. Ну, а комментируйте, собственно говоря, вслух, как мы сейчас сидим, небось, вы должны комментировать. Желательно при этом видео, чтобы присутствовали все, не только мальчик Пашенди, но и Васенди, в основном для него это видео записано уже. Но тем не менее, так должно было быть, все такое. Ну ладно, все, собственно говоря, я прошел, я вам доказал, что я умею. Не всегда бывает, получается, бывает психую, как в Geometry Dash. Но тем не менее, я прошел.
я не хвастаюсь, я говорю констатацию факта, вы сами видели все своими глазами, так что что ж тут говорить. Еще раз вам доказываю, вот, окончательная сложность, два раунда и все. Ну что же, с вами был я, Кирилл, увидимся в следующих видео, надеюсь, хороших видео. И надеюсь, ну просите меня что-нибудь записать, там вам, не знаю, в общем, по Сенди, может что-нибудь попросить или по Шенди. Ну в общем, до скорого и удачи.